значит, там есть вопрос о определении единых кандидатов от оппозиции на осенних выборах. Очень важный, на самом деле, вопрос о том, как будут организованы выборы следующего состава Координационного совета. Как всегда, внесен длинный список националистов, которые коллеги из соответствующей курии предлагают объявить политическими заключенными. Я не знаю, будет по этому поводу дискуссия или просто голосование, посмотрим. Ну и кроме того, будет ряд каких-то технических вещей, которые, опять-таки, необходимо решать, просто чтобы Координационный совет мог свою работу поддерживать.